Предварительный этап Кубка России по волейболу уже нельзя расценивать как подготовительный турнир к чемпионату. Даже при том, что из групп выходят по 3-4 команды, соперники практически не оставляют места для маневра. Вместе с «Факелом» во второй зоне оказались московская «Динамо», красноярский «Енисей», Ярославич и «Тюмень». Все команды еще в режиме предсезонки, но с одной задачей – попасть в тройку своей группы. Первыми на площадку игрового зала ЦСКА вышли Ярославич и «Енисей». Учитывая отличную комплектацию красноярской команды и проблемную селекцию Ярославля, победу с сухим счетом одержал «Енисей». Затем пришло время «Факела» и «Тюмени». Уренгойцы появились перед зрителями в новой, красочной игровой форме. Де Джорджи приветлив, но серьезен. Игроки сконцентрированы, но спокойны. В стартовом матче не принимает участие Константин Бакун. На позиции диагонального выходит Михаил Бикетов. Также на площадке появляются два центра – Крицкий и Асташенков, а в доигровке выходит Красиков и Китич, либеро Шишкин, а связующий – Жигадло. Поляк сразу загружает Красикова, причем по всем направлениям. Дмитрий справляется, и вскоре «Факел» впереди 13-5. Ко второму техническому перерыву разница сокращается – 16-10, но добрая половина очков Тюмени – это собственные ошибки «Факела». Однако это не мешает команде двигаться к главной цели – к победе в этом матче. 25-17. Андрей Титич завершает первый сет атакой с задней линии. Вторая партия проходит по тому же сценарию. Уренгойцы без особых усилий набирают очки. Отмечаем Жигадло, который показывает отличную игру в защите и задействует в атаке все наше нападение. По итогам игры у Красикова будет 14 очков, у Бикетова 13, еще по 10 добавит Крицкий и Титич, Асташенков 7 и сам Лукаш наберет 6. 25-17, вторая партия также за «Факелом». Тюмень как бы всегда была, как бы, ну, славилась тем, что как бы они набирали очень хорошую, плотную среднюю команду, да, которая, ну, никогда не отпускала. В принципе, если не расслабишься, она всегда выиграет. Потому что с ней нельзя расслабляться, крепкий среднячок, поэтому с ней нужно играть с хорошим настроем и самоотдачей всегда. В третьем сете на площадке появились Олег Самсонычев и Александр Соколов. Тюмень к этому моменту уже потеряла интерес к матчу и начала ошибаться. 11 неточностей на приеме и столько же в атаке. Соперник с нарастающим давлением «Факела» не справился. 25-18 в заключительной партии в пользу нового Уренгоя. Это первая официальная победа в новом сезоне. Я думаю, что у нас тренера тоже люди опытные, да, они понимают, к чему все идет и к какому моменту надо вывести команду на оптимальную форму. Я думаю, что сейчас Кубок России вот это позволяет еще нам экспериментировать и пробовать разные варианты состава, да, и проверять, да, в какой форме находятся люди. И мы продолжаем очень усиленно работать в тренажерном зале, да. Вот, но я считаю, что такую игру, которую мы сегодня показали, очень как бы хорошего уровня, и я думаю, что мы будем только прибавлять и прибавлять. Если в первый игровой день результаты оказались закономерными, то вот второй уже обещал интригу. После того, как Тюмень опять же в трех сетах уступила Ярославичу, на площадке появились «Факел» и столичная «Динамо». Под такую афишу сразу заговорили о польском противостоянии Лукаша Жигадла и Барташа Гурака, о первой встрече олимпийских чемпионов и участников телешоу «Кто хочет стать миллионером» Соколова и Гранкина, и о Семене Полтавском, выступавшем в составе «Факела» еще в прошлом году. Однако ни Семен, ни Сергей в стартовый состав «Белоголубых» не попали, а польское противостояние закончилось уже в первом сете. Динамовцы начали настолько резво, что при счете 14-5 в пользу белоголубых Де Джорджи заменил Жигарло на Самсонычева. Изменить ход первого сета не удалось, однако настроение существенно добавил Андрей Китич. Три подачи в Курыка в его исполнении отправляют поляка на скамейку запасных. В концовку сета «Факел» проводит лучше, чем «Динамо». Разница стремительно сокращается – 24-20, но все-таки со своей задачей обладатели Кубка ИКВ справляются и одерживают победу. Второй сет начинается также не лучшим образом для «Факела». 0-4, и Де Джорджи вынужден брать тайм-аут. Это помогает, его команда снимается, и на подачу выходит Крицкий. Александр оправданно рискует и выдает 4 эйса подряд, выводя «Факел» уже вперед 5-4. К такому принимающие «Динамо» оказались не готовы. Ко второму техническому перерыву «Факел» уже впереди 16-14. Соперник ошибается чаще, чем мы, и особенно это сказывается на приеме. Однако концовка получается боевой и завершается эйсом Китича, который по итогам матча в сумме исполнит 5 подач на вылет. 29-27 и равенство по сетам. С самого начала игра не заладилась, не пошел там прием, подача, большой отрыв. Тренер сказал терпеть, как бы, ну, не гнаться за ними, то, что там бить быстрее. То есть стараться сразу забить там отыграться где-то. Ну, подождали. И, в принципе, как бы это сделало свою роль. Затем соперники немного успокоились и без особого напряжения обменялись победами в партиях. «Факел» выиграл третий сет 25-21, а «Динамо» четвертый 25-14. Ну а самое интересное в этой игре оказалась концовка тайбрейка, которой команды подошли вровень 12-12. И вот тут уренгойцы переиграли соперника его же оружием – блоком. «Динамо» на тот момент уже имело 19 очков в этом элементе, у «Факела» было всего 9. Но дважды зачехлив нападение «Динамо», «Факел» зарабатывает матчбол, который грамотно реализует Михаил Бикетов.
где-то сыгрались, где-то начали понимать друг друга, что кому надо. Ну, такая работа, что это шаг за шагом все это строится. И, конечно, хотелось бы сразу результат, но такого, в принципе, не бывает. В глаза бросается статистика команд на подачу. У «Факела» 18 ошибок, но при этом 12 эйсов. У «Динамо» всего 4 подачи на вылет и 22 неточности. Так что победа 3-2 вполне закономерна, и уренгойцы выходят на первое место в своей зоне. Днем позже «Факел» не играл, поэтому очки набирали только соперники. «Динамо» опять же не без проблем, но одолел Ярославич 3-1, а «Енисей» в 5 партиях выиграл у «Тюмени». Затем настал 4-й игровой день, в котором «Динамо» победило «Красноярск», а «Факелу» предстоял матч с Ярославичем. Некоторые игроки «Факела» к этому сопернику испытывают особое теплое отношение. Навсегда со мной будет этот клуб, и, конечно, обидно смотреть на... знать ситуацию, которая происходит в клубе. Вот. Но, тем не менее, ребята не сдаются. Много молодых игроков, перспективных игроков, которые бьются, стараются, что-то получается, что-то не получается. Дают достаточно серьезный бой, хотя бы первая партия. Амбиций много, куража много. А когда молодые игроки ловят кураж, там очень тяжело поделать и всем абсолютно игрокам, неважно, кто с той стороны. Однако со стартовым свистком Ярославич, для Андрея в том числе, в первую очередь соперник, который в первой партии смотрелся на довольно высоком уровне. В составе уренгойцев на своей привычной позиции вышел Константин Бакун, а Михаил Бикетов отправился в доигровку вместо Дмитрия Красикова. Но, несмотря на существенное усиление атаки, Де Джорджи после первой партии, в которой «Факел» побеждает 27-25, принимает решение поменять Александра Крицкого на Виталия Мосова. Это значительно усложняет жизнь нападению Ярославля. Второй сет новый уренгой оставляет за собой 25-19, а третий и вовсе оказывается самым скоротечным 25-14. Удивить соперника подачи в этой игре удалось только Андрею Титичу. На его счету 3 эйса из 5 выполненных «Факелом». Правда, победа важнее, и удивлять в таком матче кого-то было совершенно не обязательно. 3-0 перед заключительным днем, «Факел» по-прежнему лидер своей зоны. Когда мы уже поймали свою игру, свой ритм, просто поняли, как надо играть, плавно, спокойно, свою игру держать, чтобы им не давать развить свой успех. Стало полегче. Стало полегче нам, стало потяжелее им. Появился блок, появились эйсы, появилась защита, и ребята сразу... конечно, стали немножко угасать. О, 3-0, победа над Ярославлем. Мне приятно, но в то же время желаю Ярославлю, наверное, как никому, удачи в предстоящем сезоне, помимо «Факела», естественно. В воскресной программе «Факел» также играл вторым запуском. До матча с «Енисеем» удалось посмотреть игру «Тюмени» и «Динамо». Белоголубые оказались сильнее 3-1, но Юрий Чередник вряд ли может быть доволен содержанием игры своей команды. Хотя, опять же, в отличие от других участников, «Динамовцам» пришлось играть 4 дня подряд. «Енисей» в матче с «Факелом» также выглядел уставшим. Красноярская команда сумела поставить уренгойцам всего 2 блока. Хотя хочется верить, что это в первую очередь результат отличного взаимопонимания наших связки и нападения. В концовке первого сета «Жигадло» оправданно загрузил Крицкого. Во второй партии акцент был сделан на Бакуна и Бикетова, что позволило выиграть второй сет 25-13. Ну а в третьем, где развернулась напряженная борьба, бомбардирскими способностями отметился Антон Асташенков. Единственный блок самого «Жигадло», кстати, подарил «Факелу» матчбол, за которым последовала третья сухая победа в первом туре предварительного этапа Кубка России 26-24. Потому что, в принципе, «Енисей» показал 3 дня, что они очень крепкая команда. Ну, видимо, сегодня их не хватило уже. Запала заряда, а мы выходили, у нас задача одна только выиграть, поэтому где-то находили уже такие силы, резервы. Ни одного поражения в 4 матчах. Отличный результат, и очевидно, что в сравнении с Кубком Ямала рисунок игры «Факела» уже обретает очертания. Работы еще много, но главное, что мы не стоим на месте. Потому что вначале было совсем тяжело, скажем так, прямо. Да, передачи видно, что они были хорошие, но куда бежать нам? Допустим, я про себя могу сказать, в частности, я не понимал. Конечно, есть еще определенные моменты, раскрывать секреты для соперников мы не будем, которые нам пока не удаются, но это все на тренировках. Я думаю, в ближайшее время до старта чемпионата точно решим, потому что прогресс есть. Другое дело, сейчас должны сказаться сборы. Сейчас, потому что кубок все-таки и много игр, и тренируемся с утра. Все равно какая-то усталость есть. Я думаю, это когда все подпустят, чуть-чуть в тренировочный ритм войдем, оно будет полегче. И я думаю, что мы уже прогрессируем, уже победа на «Динамо» 3-2. Уже какие-то уже игры по 3-0 победы появились. Уже появились тяжелые концовки выигранные прерывно. Это говорит о том, что и характер потихоньку у команды появляется, у новой команды появляется. Вот, говорит о том, что... потихоньку стали смотреть, кто у нас может играть в концовке, кто будет защищаться, кто будет атаковать эти концовочные мячи. Тоже важно. Когда все это решим, когда все это поймем, будем во всеоружии к старту чемпионата.
Второй тур предварительного этапа Кубка России участники второй зоны также сыграют в Москве. Правда, не в ЦСКА, где хозяином был «Факел», а на улице Лавочкина в «Динамо». Игры пройдут с 18 по 22 сентября, и это можно будет считать генеральной репетицией перед открытием чемпионата России.